Перестаньте слушать тех, которые говорят, что вам чего-то не достает. Тебе не достает просто встать и начать делать. Использовать уже то знание, которое в тебе есть. И ты увидишь, как Бог начнет двигаться в твоей жизни. Вы знаете, когда я читаю Библию, я удивляюсь. Обыкновенные парни, девушки, обыкновенные люди в слове. Просто Бог использовал их и по одной единственной причине, потому что их сердце было способно двигаться. Почему многие не идут туда? Бог охраняет тебя. Он не дает тебе великие вещи, потому что это уничтожит твое сердце и тебя. На каком-то уровне ты не способен нести вещи не потому, что ты плохой, а потому, что ты не поддаешься. Все вещи, которые приходят в твою жизнь, финансовый недостаток, предательство, боль, какие-то вещи, которые ты переживаешь, это все должно смирять и строить твое сердце для того, чтобы Бог мог поместить что-то огромное на тебя. Каждый из нас хотел бы быть известен, но скажи мне, что с тобой будет, если тебя узнают все? Сможешь ли ты вытянуть все принципы, с которыми ты начинал? Я всегда молю Бога, не дай мне ничего, чему мое сердце не способно принять. Не дай мне ничего, что я не смогу вынести. Не дай, потому что для меня дороже твоя слава, чем что-то, что на данный момент я хочу. Я тебе скажу, ты сейчас и я, мы находимся ровно на уровне того, до чего достигло наше сердце. Так вот, я больше жажду моих ям, моей боли, потому что это дает мне возможность принять еще больший уровень помазания, а значит, большим людям помочь. Я хочу смотреть на падение тех, которые умели встать. Иногда простое дитё, которому 15-18 лет, может нести больше славы, чем человек, у которого голова сидит. Проходишь через кризис? Поздравляю! У иного это на смех, а тебе это дает качества, которые ранее не могли бы. Каждое падение – это недостающий фактор в твоем сердце. Когда мне Бог это объяснил, Он говорит, ты будешь падать до тех пор, пока больше не упадешь. Я тебе скажу, ты сейчас и я, мы находимся ровно на уровне того, до чего достигло наше сердце.